В 2018 году в Одинцовском районе на миграционном учете стояло 102 тысячи человек. Это на 25 тысяч больше, чем в 2017-м. Работа с иностранными гражданами ведется отделом по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России Одинцовская в офисе на неделе на 11. Здесь работают грамотные, профессиональные сотрудники, посетители, частные лица и представители бизнес-структур. Я сюда неоднократно приходила. Нормальное, вежливое обслуживание. Инспектор консультацию дает в полном объеме. Информация тоже здесь, всю можно найти на стендах. Сотрудники работают очень профессионально, разъясняют все законодательные акты, новые и старые, если мы вдруг что-то не понимаем. То есть, ну, все на высоком уровне. Наш муниципалитет считается перспективным местом для трудоустройства. Чаще всего на миграционный учет в Одинцовском районе становятся граждане Узбекистана и Украины. Однако есть и иностранцы из развитых стран, например, Германии или Швейцарии. Люди чаще всего приходят у нас на постановку на учет по месту пребывания, оформляют приглашение на въезд иностранных граждан либо лиц без гражданства на территорию Российской Федерации. Обращаются также по поводу выдачи дубликатов миграционных карт, по снятию с учета по месту пребывания. Получить государственные услуги, связанные с миграционным учетом, можно в порядке общей очереди, но гораздо проще сделать это с помощью специализированного портала. Число таких квалифицированных посетителей постоянно растет. Люди регистрируются, да, через портал госуслуг, но не так их много, но регистрируются, приходят, и мы принимаем через портал госуслуг. Это очень удобно, на самом деле. Люди приходят в определенное время, выбирают себе день, когда прийти, выбирают себе время, приходят, мы их принимаем в это время. Сегодня посетителей в отделе не так и много. Однако ближе к летнему сезону их число обычно резко возрастает. Поэтому оформлять миграционные документы комфортнее именно сейчас. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».